Привет, у нас сегодня ламинат и дюрополимерный плинтус. Погнали, посмотрим, что будет. Так, вот помещение 24 квадратных метра. Гардеробный. Вот. Укладка будет 1/3. Стелим традиционную пленку. Далее пойдет профильная подложка и ламинат Quickstep. Сейчас дальше сделаю обзор на ламинат, распакуем его, посмотрим. И будет установлен плинтус из дюрополимера по периметру. Тоже покажу, как это будет все. Так, чтобы завести его на эту коробку, срезаем. Коробку она будет меняться. Это 92 и 3 киря целая. Вот так он собирает. Ламинат очень красивый, мне нравится пасочка вот эта маленькая. Так, это ламинат Sense, сделан Quickstep на заводе Унилин. Sense — эта серия специально изготавливается для Леруа Мерлен. 33 класс износостойкости. Замки Uniclick, очень удобные. Ранее видео вы можете могли посмотреть, как они собираются. По одной доске можно, вбиваются элементарно. Предназначен для теплого пола, можно использовать. 25 лет гарантии дает. Антискользящее покрытие, класс эмиссии Е1. То есть ламинат имеет четырехстороннюю фаску, вот такая вот красивая, тоненькая, темная. Очень красивый рисунок, мне понравится, рельеф хороший, текстура сама приятная. Так, что здесь еще? 8 мм толщины, размер 1380 на 190, в принципе, это стандартно. Так, сделано на унилине.
Так, что тут еще? Цвет дуб пеленый натуральный, кому интересно. В упаковке, сколько у нас тут? 1,835 метра квадратных. Давайте вскроем. Так, вскрываем упаковку. Что у нас тут? Вот такая тут инструкция, все требования подготовки, основания, что можно, что нельзя, гарантийные обязательства. В общем, все как обычно. 7 досок в упаковке, толщина 8 мм, напомню. Вот такого формата доска. Замки без пластиковой вставки, да, без пластикового язычка, но очень хорошие. Они скошенные, позволяют забивать друг друга как с этой стороны, так и с этой. Это система LOCK, вернее, называется она сейчас UniClick, потому что она может и под углом заводиться, и вбиваться. Но так система LOCK. Вот, в принципе, вот полкомнаты уложили, брака в досках нету. То есть ламинат достойный и стоит около 700 рублей в Леруа Мерлен за квадратный метр. Для монтажа плинтуса нам понадобится торцовочная пила. Я использую Макалистер из Касторамы. Пистолет, клей Титан Фикс, очень прочный, дюрапласт держит хорошо. Герметик акриловый белый, тряпочки, полотенце одноразовое, шкурка обязательно. Занять ножик, рулетка, уголок и карандаш. Все, погнали. Так, распил делаем быстро, потому что дюрапласт плавится.
стирается. Гермечек на привод. Стыковочка идеальная. Вот такая вот комната получилась. Плинтус из Дюрпремьера. Не крепили только крайние доски, которые у дверей. Все остальное установили на клей. Двери, потому что будут тут ставиться, там меняться двери. Еще встанут наличники. Размер неизвестен, поэтому плинтус там не крепился. Все примыкания, все сделано отлично. Раскладка 1/3.